Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение партии за Майя на десятерых в Sid Meier's Civilization 6. Корпорации монополии, варварские кланы и случайные технологии. А карта Пангея? Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Я бы тут священное место поставил сначала. Спасибо, Дед, что центр... уничтожил этот лагерь. Или центр коммерции. Пожалуйста. Ладно, это центр коммерции. Да он даже не мой сосед, там горы. Пойду тут встану, чтобы не появлялись больше лагеря варваров. Так, универ. Вань, ты пропустишь? Ну, блин. Промышленная зона. Тут 4, тут 4. Тут, если я поставлю, это будет еще соседство для обсерватории, правильно? Ну, тут достаточно и так двух. А тут уже есть... Не, давайте я сюда поставлю. Ну, правда, я уберу жилье. Но у меня тут жилья и так 20. Сюда лучше ставлю. На 20-арик. Промышленную зону. Спасибо, Вьетнам, ты настоящий сладкий бабалех. Да, эта игра завезла на самом деле. Ты исследовал мою территорию? Не, я вообще... Тут центр коммерции некуда. Если бы ты видел, ты бы явно думал, что мне очень повезло. Обсерватория. Так. Блин, так тут есть куда обсерватория. Вот сюда же нормально должно встать. А почему она не пишет плюс 2? А, блин. О, господи. Ну, значит, сюда, вот тут у нас еще может быть. Давайте обсерваторию. Я бы рабочего какого купил. Жирно, брат, жирно. Блин, кампусу столько науки. Потому что тут акведук лучше. Это все золотой век, будем честны. Жирно на пол шишечки. Надо найти, где союзы. Так, арбалетчиков пока отменяем. Давайте сюда идем. Хоть бы ты денег бы давал за железо. Не, я думал, ты добрый самаритянин. Ну как-то обидно, деньги не получаются. Блин, ну надо, видимо, все-таки куда-то к себе сажать, потому что у нас жилья не хватает, только вот Виктора, наверное, в Эльмирадор Виктора. Я тебе вроде сделку кидал, нет? Нет. Не, кидал. Я не это сделал. Я принял. Ты мне предлагал обмен, я его принял. А, я ускорил? Ну, значит, я просто не полетел. Средневековый, нет, а почему нет, я не четырех пути, а где четвертый? Андре наемников, да, открываю. Спасибо. Гавань. А, на соседство центра коммерции, конечно же. Это ж науку еще добавит. Отлично. Отлично. Так, ну 131 все равно. Но я так думаю, что португалец тоже.
на науку. Она, кстати, взял. Тут... Да, видите, 6 науки. Прогнор. Что? Ну ты сейчас пшеницу получил. Ты посадил ферму? Какую пшеницу? Да, строю тут уже всадника. Я тороплюсь очень. Чуть позже отвечу. Так, у меня веры много, я думаю, может поукреплять религию. Что мы из великих людей? Ну, типа ничего прям такого офигительного я не хочу. Поэтому давайте апостол. Так, пока не буду бы набивать аншан, можно до трех. Ну, пока ведь я опять же не сейчас обратить в веру. Интересно. Ну, отсюда голландец очень вряд ли может пройти. Я бы юниты где-то тут держал. На всякий пожарный. Наверное, давайте с амбара начну. Промышленная зона. Сюда будет акведук. Сюда промышленная зона встанет. Потом в будущем. Возможно, тебе это поможет. Я в утрах и посадил. Возможно, да, я туда кинул уже. Восемь ходов до конца средневековья. Тут я уже точно в темный век свалюсь. Так. Предложим мир. Из ресов мне ничего не надо здесь. Так, укрепляем. Трошки, посмотри, ждем. Так, что у нас тут? Крестовый поход, странствующие проповедники. Плюс две веры за каждый город. Ну, не знаю, не хочу крестовый поход брать. Давайте паломничество. Попробуем распространять религию. Ну и Амани беру. Пока в последний свой город посажу. Ну, Пенгалу, наверное, на ценителя. Хочешь, чтобы я ему заплатил? Так, я следующим ходом, по идее, ускорю союзы. Зачем тебе прохода ко мне? Так, а где у меня? Давай, ладно. А, апостол. Ну, я бы, наверное, уже до конца поукреплял. У меня, смотрите, во всех городах есть вера. У соседей вера только у Кореи, я так понимаю. Ни у Португалии, ни у Нидерландов нету. А, и Франция еще. Ну, Франция снизу, то есть вот Франция и Корея, да, они друг на дружку там, наверное, влиять будут. Я сейчас пойду разносить Ваншан, Нанмадол тогда. То есть я бы укрепил уже до конца религию. Что тут?
Красивое чудо. Так, промышленная зона мы... Мне надо где-то... Так, госслужбу я ускорил. Нормально? Как город в лесу ставить, это как нормально? У меня здесь ромашка. Счастлив за тебя. Корейцы, тебе далеко до союзов? Скоро уже. А, португалец, а ты в союзах или ты в какой-то другой? Я в союзах уже давно. Я тебе, наверное, предлагаю религиозный, я думаю, если ты хочешь, чтобы я распространял религию. Давай. Так, этот может расти. Привет. И тебе привет, союз. Не желаешь? Я его еще не открыл. Сделка. Прости, что обидел. Так, ну города начали потихоньку расти. Надо бы, конечно, уже еще рабочих и ферму фигачить. Это все из Иерусалима. Надо бы поставить карточку на рабочих, наверное, следующим ходом. Ну, типа плюс 2 действия. И просто во всех городах сделать по-рабочему. Да, я понимаю, что у меня еще два города. Вот этот особенно мне хочется почти поставить. Тут и два янтаря. Ну, так, вот тут так, так себе будет. Да, раз, два, три, четыре, пять. Я даже, наверное, я бы его, наверное, прям на селитру ставил. Да? Даже пофигу. Ой, смысл ставить на реку. А сколько у моей там? 44. Сразу получают религию, ну, нафиг надо, ближай сильнее влияет, игнорирует перемещение. Ну, крестовый поход, ну... Тут на самом деле вопрос, странствующие проповедники лучше или писание? Скорее, странствующие проповедники. Все, полностью укреплена религия. Теперь можно миссионеров покупать. В Поленке. Ну, первого куплю, пойду. Аншан просто хочет, чтобы в него религию распространили. Я, наверное, полечился. Ну, тут прибудет Тамани и будет. Вот это приятно. Блин, все заповедники поставили, кроме меня. Ой, что я два храма не построил? Так я второй храм где-нибудь куплю просто сейчас. Не где-то, а в Поленке. Я бы, кстати, и переключился бы на теологию, наверное. На теократию, точнее. Так, уже есть универы, так что можно... Давай же принял. Союз еще не открыт. У меня, у нас, конечно, с португальцем это за счет вот этих. У него особенно гавани 2, 7, 10, 13, 16. У него 16 науки от гавани. Ну, там еще какие-нибудь модификаторы еще могут быть, да? И у меня, я думаю, неплохо. У меня даже больше, у меня 16. Так, ну, чё? А, монархию нет, подожди, монархию мы не принимаем, нам теократию надо. А где теократия? А вот она. Через...
Где-то ты можешь убрать разведчика? Каких? Возле Ку и Нёна. Не знаю, что ты смотрел. Я полечился пока каутом. Где? Так, блин, я же карточку на рабочих поставить. Вместо соседства священного места пока. Ну, плюс 6, что нам фига тебе плюс 6, да, с другой стороны. Это же не трудовая дисциплина. Где строители действия получают? Строитель. Универ рядом с горой. Мне, кстати... Вот здесь, да, достроится через три хода. Давайте пока банковское дело. Давайте в Челане пока этот тоже строителя. И в Поленке строителя после библиотеки. Тут тоже строителя. Дальше посмотрим. Странно, что у Кореи не так много науки. Сколько у Кореи есть? 80. Он какие-то поймы заселяет. А, ну у него нету, он не брал эту. Вольнодумство. То есть это чисто его наука 80. Кого перекупили? Буэнос-Айрес. Да, Буэнос-Айрес нам нужен. А, у меня ноль послов, блин. Смотрю на караваны и думаю, у меня же два посла. Нравится, что ты почему-то думаешь, что это твоя территория. Когда мне нравится, что ты мне просто клеток. В лесу ставишь город, не даже ни слова об этом не сказав. Это не твоя территория, почему я должен вообще тебя предупреждать? Ну, значит, будем воевать, чё. Ну, давай воевать, что ты хочешь. Следующего хода мы будем воевать по счёту. Вот так как-то очень быстро произошла эскалация. Дед, ну где разведчик? Какой разведчик? My life, ты хост. А. Ты просто медленно кликаешь, ты не можешь грузиться позже меня. Может. Может, Сёба, да. Конечно, да. Казалось. Хочется акведук строить, но что-то долго как-то будет, нет? Ладно, давайте акведук все равно. Так, все у нас основные уникальные районы я строю, уникально этого я задействовал. Плюс 2 от плантации по соседству, 2 А, еще хотя я фермами могу разгонять. Я фермами могу еще разгонять эти. Связи не дает вместо этого производство для каждой соседней общины. Каждая ферма дает дополнительное жилье, одно для каждой соседней обсерватории, плюс одно. А вот это я что-то пропустил. Мне реально надо фермы вокруг этих еще строить. Там еще вниз сейчас. То есть мне вот сюда и вот сюда надо фермы поставить. Я не хочу еще около Амстердама где-то поставить. Ну вот эти горы еще ниже там еще один город. Тут вот вокруг фермы. Ну, правда, вот тут я не могу ферму. Вот тут надо будет ферму поставить. Тоже выкупать эти деньги, да? Да, тут я, может быть, даже зря. Значит, надо было сюда ставить. Ошибся. Слушайте, так может тогда здесь тоже, например, вот сюда поставить, а вокруг могу фермы нормальные сделать. Кстати.
Так, давайте поселов. Готов, может, посчитайте кто-нибудь там? Посчитайте. Селенец. На счет три. Раз, два, три. Это мне так нравится этот счет. Просто у тебя нету того, кто бы тебе посчитал, вот ты и бесишься. Да, да. Следующим ходом поставлю карточку как раз на... Тут и зрители могут пригодиться. Хотя... На работников надо оставлять еще. Ну, Айутхая. Кстати, это не из варварского лагеря. Вот как определить, из варварского лагеря или нет? Города-государства из варварского лагеря, у них границы вот белого цвета, вот в Нанмадоле. Видите? На мини-карте. Вань, как чувствую территорию против к Португалу? Так, это где? Да я не вижу. После Харлема. Иди налево. Все время налево. Спасибо. Так, кто-то союзник Айутхай, но я почему-то с ним не встретился. Странно. Может, мне к Айутхай прям подойти надо? Как близко у нас национализм. Удивительно. Прям все для варварных. Насколько близко? В смысле, насколько ты не открыл мне национализм? Нет. Игра хочет, чтобы все передрались. Короче, в промышленной эре он самый первый. Блин, может, надо было отложить немножко сторону. Я не так много выиграю науки сейчас. Ускорением. Господи, я уже полкарты оббежал и только сейчас скорее увидел. Ну, я говорю, это странная игра. Это очень странно. Что за пустая территория для ГГшек? Где? Бандар-Берне, Брюссель, это все херня. Да, Вань, да тебя там далеко. Я сказал, что бежать далеко. О. Виктория. Раз, раз, два, три. Федя, предложение. Ну и где производство? Я что-то не вижу. Это только не в этом городе, а вот в этом. Не, подождите. Это вот в этом. Вот это сейчас обидно у меня украдут. За каждые две, по-моему, фер. Запретный город. Блин. Долго думаешь, получается? Надо еще отложить, чтобы в темный выйти. В температуре одно золото. Отложить, а ты тепло. Ну тут один ход надо откладывать. Будет нормально. Да, тут для... Для трех. Слушайте, мне пишет, что каждая ферма должна давать... А, это опять перевод хреновый. Типа, смотрите, написано. Каждая ферма дает дополнительно одну единицу жилья, одно производство для каждой соседней обсерватории и одно золото. На самом деле, эта ферма получает производство и золото, если рядом с обсерваторией построено. Переводы все нет. Не стоит верить. Как отдельный вид искусства? Отдельный вид халтуры. Кринжа, если выражаться молодежным языком. Кринж — это уже не молодежный. Че? Сколько у тебя этот город строился ходов? Ой, этот. Запретный. Долговато, 8 ходов, но у меня где-то был на чудо, чувак. В индустриализацию пойдем. 8 ходов без... Нет, ты сорвал?
Дим, ну это война. Так, выполнили задание Аншана. Ты же последний, ты же такси вызвал, забыл. Не рисковал бы себе что. Так, а что он там дает? Дим, ну это прям совсем обидно, если честно. Шедевр, ну не то, чтобы я хотел его союзить. Так, давайте вы потом это обсудите, посчитайте, кто-нибудь пожалуйста. Раз, два, три. Я вот человека не выкупал. Я честным трудом построил этот город. Дайте, наверное, строителя, а сейчас торговца куплю. Корочка, где у нас с тобой будет? Ну, приходи. Блин, не хватает три... Как набрать три очка за один ход, а? Никто не знает. А, я галипал. Ну-ка, сколько мне за... Два очка. Одно же нет? Одно очко. Корея, предложение. Надо еще два очка. Так, тут хочу еще сразу выкупить... Миссионера, наверное. Да и гурдвару можно. За мобилизацию сколько дают? Одно очко. А тень, если ты пытаешься что-то сказать, мы тебя не слышим. Да, мне тоже что-то висит, как будто тень постоянно что-то говорит. Мне португалец дать долг 600 монет. Нет, сейчас не могу ничего дать. Надя, у тебя растяночки. Сейчас не могу. Блин, я золото начну. Значит, не будешь. Так, в индустриализацию. Так я вообще не планировал золото. Я думал, все нам осталось, а тут раз кидало. Вообще тут, конечно, понимаю. Дамбу стоило бы. Соседи, с другой стороны, тут заливает только одну клетку, на самом деле, здесь? Вот эту и все. Я ломаю. Рев, что ты с ресурсами тоже запрещаешь? На лайф. Походил? Ты сейчас останешься без очень важной вещи. Ну, рискую сейчас остаться. Дядь, а что, сколько ходов у тебя так. Союза будут? Через два. Ну что, ставим сюда обсерваторию? Буду ждать и верить. Блин, ну заливать же будет. Но мне что-то жалко тут дамбы стоять. Я могу вокруг куча этой... Хотя я могу сюда обсерваторию, слушайте. Давайте сюда, а то все-таки я поставлю дамбу. Было 59. Так, ну этого посела сюда, на селитру, этого посела туда. И вот у нас закончено. Я сейчас попытаюсь тупо играть на развитие, потому что у меня все города, если я буду у кого-то что-то захватывать, то у меня они будут минус давать. Хочу попробовать вот... Можно ли вообще за Майя играть чисто в развитие? Такой интересный вопрос. Так, возьму исход евангелистов. Сейчас буду португальца обращать. Сюда. Сюда. Теократию принимаем. А, что тут из темных? Из идеальных. Внутренние торговые пути. Нельзя создавать... Нет, это мне надо поставить. Пока будет... Нет, этого ничего не принимаем. Воинскую повинность поставлю. Бонус соседства промышленной зоны. Или может вассалов. Давайте вассалов поставлю. Там это, наметьте, пожалуйста, торговца. Ну, тут пока считайте. Оставлю все. Благодарю, прогноз. Так, считайте. Куда? Да, он говядный. Вот это надо Ящелану передать, потому что здесь, здесь раз, у нас Магнус, если я вырубаю. О, ну а теперь можно обратно в Эпкабналь. Все-таки ферма будет прикольная. А, слушайте, давайте тут священное место. Так, давайте промышленную зону еще глянем. Плюс 2, но без акведука. Ну, вообще, а почему нет, с другой стороны? Итак, 2 производства, итак, 2. Давайте, ладно, промышленную зону. А, кстати, русский комитет. Че? А у тебя города отпадают, что ты культуру находишь? А ты посмотри. А? Что отпадает? Ничего не отпадает, я как союз тебе предлагаю. А, ну кинь еще раз, я отказался. Зачем ты отказываешься? А потому что я думал, может какой-нибудь денежный заключить союз, а не культурный. Нет, я... Дед ответная. Лучше сам где заключу. Там мне выгоднее права. Катак фермы сделаю. Ладно, я где-то понял. Ответная. Не пойдем туда, пойдем.
Давайте еще рабочих. Вьетнам сделка. Дипломатическую службу. Я бы меркантилизм пока открыл. И у меня пока не бегают вообще караваны. Не знаю, у меня нет такого опыта. А всем таймера хватает? Поддушивайте немного. Это таймер обычный. 100% кампус, может? Да, согласен, 100% кампус. Я за промышленную зону голосую. Да ну, зачем нам промку сейчас? Мне нужна. Надо догонять. Надо догонять. Давай, да, давайте за кампус тогда, то реально там уже чего-то угу. Просто надо догонять. Так, сахар. Есть предложение за мед проголосовать. Согласен. Нет, мед и сахар. За оливки предлагаю. Я за сахар континентов. Я за мед буду, да. Давайте за мед. Как сахар, чтоб я держу. Кого? Ты за мед? Ой, фу, за оливки давайте, да. Да, давайте. Мед. Слушайте, а не хотите забанить ртуть, потому что она же там будет 15% к науке давать? Это фигня будет все равно давать. Это она довольно столько давать не будет. Ну ладно. Я думаю, француз забанит. Я за мед. Я не знаю, тут, наверное, там просто у многих, я не знаю, не буду... Я не думаю, что мед пройдет, просто не буду в него вкладываться. Тоже мед закинул. Все, что осталось... 100% в кампусе. Мед, боже, а кто там в мед? Франция в мед. Я тоже все в промзоне попаю. Нидерланды, ну я просто один дал. Да. Так, мгновенно строит банк и рынок и ячейки шедевров. Ну, ячейки шедевров не очень. А вот это, в принципе, для столицы. Могу ли я уже центр коммерции? Могу. Так, надо будет сейчас рабочего сделать, чтобы тут вырубить. Все не равно мое все. Да там он с цитатами заговорил уже. Что там, посчитайте кто-нибудь. На счет три. Раз, два, три. Я услышал, что там город. Нормально вообще в городе 50 бьет? Что за... А тебе до шапок долго? Ты не особо. Кореец рыцаря убери, пожалуйста. Подожди, ты Гонконг уничтожил, не захватил? Да, конечно, твой выбор, но не понимаю. Где могу рот отвратить, но так он стоит. Наверное, еще одного миссионера сразу куплю. Но мне надо в героический выйти, я думаю, что довольно быстро сейчас пролетит эпоха. Уголь раз, уголь два. Но, к сожалению, тут надо делать шахты. Раз, два, три.
что какие-то гурцы вообще больные. Гурцы, да. Просто 50 рыцарей летает. Да они еще не прокачаны. Там еще плюс 30 у них появится. Да. Это просто будет мрак. Так, торговца. Они же берут на одну клетку. Не, продолжу пока строителя. Что, мало? Ну, они со второй прохаечкой, они могут бить и убегать. Я знаю. Но все равно. Давайте паровой двигатель, я смогу железные дороги строить. Хотя, может, еще где-то рядом уголь? Я просто не... Ну, типа, не в моих границах, но рядом. Нет, не вижу. Не вижу. Ладно, нормально. Два угля — это уже нормально. Так, вот мы стоим, ждем, когда мы здесь интеркоммерции поставим. По великим людям. О, трех послов в выбранном городе государстве. Это прикольно. Озарение для химии. Давайте глянем, у кого больше. Ну, конечно, у русского должно быть. Я его не вижу. Тут 121. У меня 95. 121 у француза. Ну, в принципе. В принципе, у меня норм. Так. Плюс 4 уже. Вот интересно, какому городу эту клетку давать? Поленке или Ящелану? 35-18. Наверное, Ящелану. Тут маловато производства, я считаю. 6. Хрена себе. Откуда у меня до Кореи бегает? Скобы в Кёнджу и Искобы в Чонджу. Только Искобы бегает, да? Ну, надо отправлять. Что поделать? Или нет, давайте тут еще строить для торговца. Тут у нас есть кем обработать уголь. Тут у нас будет промышленная зона на плюс 4, видите? Ну, давайте, наверное, хоть ее и поставим, я думаю. Центр коммерции чуть позже. И Корея тоже продолжение. Жалко, вот тут ферму невозможно сделать. Русскому. А русский никого еще не убил на своих казаках? Почему вы меня самым злым делаете, да реально? Ты есть самый злой. Самый год сильный у меня на карьерниках нет. Я должен им считать, должен им, сори, раболетчиком походил. Ну, давайте посчитайте. Раз, два. Так, тут лесопилки. Этот идет сюда вырубать. Ждем. Ну и пока тоже все еще раб... Хотя, давайте фабрику.
Чего ты мне стрельнул? Что-то даже не вижу. Меня по рыцарям там стрельнул, вот, он на 8 хп. Да, мало было, а то я что-то смотрю, они просто делят. Да, неприятненько. Ты не хочешь? Блин. Майя, можешь убрать своего всадника, пожалуйста? Убрал. Почему Россия зеленая? А какой-нибудь? Что досталось, то и осталось. Россия сделка. Там были предложения. И от меня сделка Россия. Я просто не уверен, что у меня есть ресурсы сейчас, которые вы хотите. Я там кидал. У меня два написано. На союзе не приняли. Так, престиж, чтобы по престижу здесь. Ну вот здесь можно Алькасар, кстати. Давайте Алькасар здесь сделаю. А здесь я тоже ферму вырублю сейчас лес. Ладно, давайте... Фабрики угольные будем здесь делать, потому что тут большое соседство. Вот, я уже не могу, кажется, Минотавр, да? Надо было не на мед соглашаться. Да, я уже не могу. Майя принять. И тоже не могу принять. Следующим ходом кину ему. Тебе ничего не кинул? Касса. Не Франция, Англия. Какой там у нас был? На жителя. О, плюс 3 за счет. Если это то, что война. Но у меня сейчас должно тут очень серьезно так религия распространяться. Потому что плюс 30% к дальности, то есть у меня много городов здесь будет влиять. Я бы еще, наверное... Еще бы, наверное, пораспространял. Кобы на деньги в Корею. Так, тут поставим на вот это учетные банки. Блин, кстати, вассалов надо расставить. Что-то я забыл про... Ну, тут вот будет сейчас вассал. Так, тут сразу, наверное, обработаем янтарь. Не должны захватить рабочего, вроде как. Кстати, а может нам галеры побыстрее построить. Блин, у нас уже каравеллы, фак. Ты готов? Да. Посчитайте нам, пожалуйста. Раз, два, три. Привет. Шпиона. Здравствуйте. Тут поменьше науки, потому что не потрясающие, а притягивающие только. Но тем не менее, все равно круто. Сделан. Так, что мы тут? Где он? Вот тут висит ход. Спасибо. Промышленная 2-2. Центр коммерции. Тут не... Ну, кстати, я могу гавань поставить на озере Исабаль. Просто по приколу. Могу военный лагерь, кстати.
Ну, акведук мне негде. Промышленная зона. Кстати, можно вот здесь промышленную зону. Здесь военный лагерь. Короче, я бы здесь просто военный лагерь пока поставил. Он никогда не помешает. Таймер выключили, да? Да. Там Леша ходит. Только вы сильно не тяните тоже, как вы ходите, жмите кнопочку. Что случилось? Что за равно, Федя? А это скраб предлагает, Федя. Нет, тут так не работает. В смысле, какой скраб? Ты чё? Да, я просто шучу. Может, играть пока чё? Давайте, наверное, еще миссионеров. Мне надо обращать больше городов, иначе я не выйду сейчас в героический. Как классно будет, если засуха бахнет на эти фермы. Ты опять смотришь меня? Ну, между нашими территориями фермы такие классные, если бахнет засуха, так и будет. А что говорит, там бахнет, там леса же есть. Так, а у тебя вообще войска есть, или я могу просто идти как-то? Нет, ну там вот, смотри, посередине тянут пшеницы, там вот лесов нет никаких. Шотландец. Чё шотландец? Я говорю, у меня... 330 в пот веры. Хорошо, что Россия не рядом со мной, а так бы у нас... У меня войска... Наверное, наши бы религии уже... Можно без счёта. Убрали бы всё. У русского оливки. Россия, предложение. Да, блин, неприятненько. И она, кстати, и соседство перестала отдавать из-за засухи. Кто-то дошел до угля. Кто это, сволочь? Ну не буду же я открывать все карты. Зенку можешь посмотреть? Да, это ж можно целых ресурсов глянуть. А все ли открыли мали? Меня еще дед и смог не открыли. Потому что не очень. Может, это ты нас не открыл? Я уже, наверное, и не открыл. Так ты у нас Финикия. Я ж плавать даже не умею. Ты на плюс один ставишь, чтобы меня подосрать или что? Точнее, на плюс ноль просто. Ну это ромашка была, пока ты город этот не забрал. Так, я, наверное, отложу на один ход. Нет, угольную надо поставить, конечно же, угольную поставим. Потому что ты мне в лицо поставил город. Бесполезный для тебя? Да какая разница? Представляющие угрозы? Зачем? Я просто не понимаю. Так сейчас не представляет угрозу, а потом. Да. Я, видишь, сколько мы с Иваном воевали, я крайне нервно отношусь, когда мне в упор ставит город. Особенно, когда это происходит без предупреждения. Понял, специально столицу поставил. Наверное, вряд ли я сюда пошел. Тут Алькасар не ставится нормальный. И ты тоже не близко к моим. Ну, что поделать. Мог хотя бы об этом поговорить, но увы. Я просто не думал, что тебя заинтересует этот бесполезный город. Я не город заинтересовал. Меня заинтересовало то, что он стоит во мне. Вот что меня заинтересовало. Как-то недружественно звучит. Так, 164. Так, а португалец в какой... Ой-ой-ой-ой, как отдали крестовый поход в Англию? Вот так вот. My life, ну поэтому... что ж ты творишь-то, а? Меня есть. Только поэтому и сносят из-за крестового похода. Ну и из-за военного союза еще, да. Конечно, все печально. My life. Два хода. Центр коммерции, отлично.
это понятно, это сейчас. Но крестовый поход, понимаешь, он есть. Так, а промышленная зона в Юкибе. Я вроде с собой договорились. Чего ты начинаешь мышлить? Просто я нервничать начинаю. Я не мышлю. Слышишь, это моя фраза. Тут и тут. Ты не запатентовал еще. 2-2. То есть я на одну из этих клеток ставлю акведук, на вторую промышленную зону. Просто вопрос, где что? Ты хоть в один этот город построил. О, фак. Забыл про... Да, блин. Это я просто стоял в клетках, где может быть разлив. Видите, как меня... Дедушка, ты мне предлагаешь? Давай вот так. Пока поставь. У меня нет... Ну, чтобы угольная электростанция тоже начинала давать. Пока остальное я пока не трогаю. Что ты оставишь? Нет. Так, здесь надо подождать, когда засуха закончится, будем ремонтировать. Давай встретимся у него. Брат, я скоро к тебе приду в гости, судя по всему. Ну, в смысле, брат, не прям к тебе в гости, но... Не заходи, пожалуйста, с крестом, брат. В целом, я двигаюсь по направлению. Да, блин, я есть, конечно. Давай вот попробуем вор смотреть предложение. Шикарно, я за. Я не собираюсь больше ни с кем воевать. Я и говорю, это просто из-за того, что мне город в лицо построили. Я расстроился. Не расстраивайте. Да я расстраиваюсь, я начинаю много есть или драться. Скорее так, не лицо, сейчас. А что-то пониже лица. Ну ты уже на корме взял, так что... На самом деле ощущения примерно такие были, да. Ну, короче, я смотрю, мне город поставили в лицо, я такой, блин, кто это сделал? Хотя это я сам себе. Заполучил. Вы знаете анекдот про очень вежливого лося? Ну да. Рассказывай. Рассказывай. Леша, останови на пару минут трансляцию. Запись. Тормознул? Нет. Предлагаю на перерыве. Да, да, давайте на перерыве. Только допомните. Так, сколько у нас там еще? А перерывы развивались, а вода. Не, ну я должен в героический выйти. Надо больше рабочих вот тут все пообрабатывать. Я бы советовался насчет Яроса. Ну а твой карфаген прям охереть как мне классно стал, да, думаешь? Сюда священочка еще встанет. А где там, я не понял, а где там твоя столица? Ну, она ниже, да. Ну, от Ярославля до Санкт-Петербурга. Клеток 6. Ты мне в седьмом радиусе столица поставил свой Ярослав. Ну, у меня... Подожди, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже седьмой радиус Ярославля. Ну, людям это седьмой радиус. Столица же, наверное, когда я не пойму. И как раз начал. Как люди не делают. Значит, война? Нет, если бы ты был другой нацик, ты же мне клетки лежал. Я тоже второй радиус отжали. Ну это... Лёха советовался. Давай ты, типа, город поставь и выкупи там клетки. Я бы забыл про то, что... Как работает это? Ремонтируем всю эту засуху. Великий инженер, который строит пробку. Что он делает, как он ее строит? Он захватывает, то есть должен сначала его активировать и потом построить промышленную зону. У меня уже промка строится. Если сейчас активируешь, то культурный выход... Он, по-моему, не бегает, мне надо просто там... Кто-то ожидал? Фундаментально строилось, естественно. Странно, зачем я... Ну ладно. Усана отправлю. Хотя Канын больше науки еще будет давать. Ты, короче, сам себя под этого и убрал монархию. А в монархии же там две клеточки, ну и две этих карточки под ближний бой. В итоге я теперь, блин, как этот с одной хожу. Блин, в кенджу, да. Как, блин? Не на стриме будет сказано, так сказать. Пусан, по-моему, надо. Да я так ждал. Посмотрите, у меня ножка болит. Брат, а чё у тебя нигде ни дорог, ничего нету? Какой-то ты вообще не френд. Проблемы! Проблемы дикие. А, слушай, у него вроде... Универ. Хороший. Как так-то выходит? Тут его убил. Так, один ход. Тут я отложу священку следующим ходом лучше. Ну,
я просто смотрел, какие ресурсы могу ему отдать и какие. Тут вот Священка на плюс 4 качественно встанет, так что что-то предлагал. Это принято условие. Извержение, варвары. Не-не, подожди, он на твоем материке. Буэнос-Айрес. Не, ну я выхожу в героический, конечно. Это динамический таймер. Ну, это не знаю. Можно больше, кстати, религию не распускать, этих миссионеров мне хватит. Я. Да. Мне кажется, или я услышал трейлер? Дальше оно уже автоматически будет. Давление 22. Ты куда столько строишь? Оборонительный боек. От кого? От агрессоров, а что там? Ты нашел Англию? У нее там много, да? Англию, дедову нашел. Дедова особо нет. Кого у дедова нету? Хорошо ли помню, что у Андрея? А, наверное, с Акведука начну. Подожди, Андрей, а зачем ты религию сохраняешь на КГшику? У тебя же вроде никаких бонусов, как у Грузии, нету. Ну, бонусов нету, но есть это устремление эпохи. А, понятно. Так. Это я на твои земли не лезу. Два банка. Один из них будет здесь уже. Уж и заинтересовал меня так. Кто ты с ним разговариваешь? О, слушайте, Рурку. Вы поняли, да, кто тут агрессивный? А давайте тут Рурку построим, чё нет? Да. Чё сразу агрессор? Сразу не агрессор. Как это легко контриться, да? Ты очень ошибаешься. Так, вот здесь я хочу священочку на плюс 4. Да, там один ход было, но лучше какую-нибудь другую клетку он добавит, а я тут уже производство сделаю. Португал, но летает. 207. Да, неплохо. На летучем голландце полетел. О, всех встретил. А, нет. Нет, только деда. Смоука осталось только встретить. У меня тоже, кстати, смог. О, да. Кто это, где? Скоро эта проблема решится, Лёша. А где смог, да? Где прячется? Уже почти... А где эти французы, идите направо от француза, будет вам в Шотландии. Я 7 городов хочу тратить. Скоро. Так, а где мне здесь поставить обсерваторию? Слушайте, я могу вот сюда обсерваторию вырубать, эти все леса, две вот эти фермы будут сюда. Вот сюда надо обсерваторию, вот тут все вырубать и кучу ферм делать просто. Но прежде, наверное, все-таки давайте рабочую, ну, то есть мастерскую тут. Я дорогу прокладываю. Бандит с этой стороны прибежал. Крыльцы и пикинеры пошли. Ну я апну в арбалетчика. Чуть попозже. Это национализм, кстати. По великим людям нам тут надо прикольного. А вот банк второй. Или я уже открыл? Я уже открыл, наверное. Не, вот два банка, да. Давайте тут банк сделаем. Вообще, конечно, забавно. Хедин тут вышел.
Чё? Ну, разграбит, ладно. Фиг с ним. Не, тут лучше банк давайте. А здесь я священку хотел. Сейчас захвачу тебя по науке, бустануся тут как бы. Давай. Это особые бусты. Не, ну у меня справа города хорошие, а вот слева все совсем печально. Ну знаешь, в Абердин, который атакуется с одной клетки с моря, я точно не полезу. Так, я могу что-нибудь за один ход открыть? Дальше, точно не пойду. Не могу, да? Там русский, да, я так понимаю, справа от тебя? Да, уже. Да. Посмотрим. Ну, конь вообще должен больно бить, так что, наверное, сначала я все-таки этого апну в арбалета. Так, мне не хватит денег всех прям проапгрейдить. Ему бы еще лошадьми сюда пробраться. Вот ему, вот человеку нехер делать, да? Смотрите, откуда он бежал конями. Чтобы сюда пройти. Корпуса. Это будет больно. Но я, правда, в кавалерию сейчас должен выйти. А, военный уходит. Ремонтирую. Чеченица. Так, где у нас варвары? О, блин, это близко. Близко и неприятно. Иллюстрировать почту, чтобы повысить сил. Как Нор, у вас что, некий конфликт нагревает? Заставляют. Квадрирема. Дайте гавань. А, вот нифига себе, там корабль плавает. Так, тут сосед, смотрите, тут надо будет тоже угольную фабрику и угольную сделать. Что там с великим человеком? Какие-то некрасивые люди гадят у себя под окнами. Вьетнам уже раскочегарился, кстати. Очень неплохо идет. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране.